Привет, я Виктория Слокур. В этом видео мы будем танцевать много кокетство и флирта, потому что мы будем танцевать танец чача-ча. Это кубинский латиноамериканский танец, который показывает между партнерами заигрывание. Но так как это композиция соло, заигрывать я буду с вами. И в этой видео я также покажу вам связку. Она состоит из базовых элементов, базовых фигур. Также расскажу про стопу. Работу стопы, работу корпуса, рук, про эмоции. Поэтому давайте мы начнем. Итак, первое, с чего мы начнем, конечно, это с хореографии, композиции. Поехали. Первое движение. Time step. И. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз. Основной ход. Два, три. Ча-ча. Раз. Два, три. Ча-ча. Раз. Нью-Йорк. Два, три. Кубинский брейк. Два. Три. Спот-поворот. Два. Три. Ча-ча-ча. Нью-Йорк. Два. Три. Кубинский брейк. Два. Три. Спот-поворот. Два. Три. Ча-ча-ча. Рука к руке. Два. Три. Три. Ча-ча-ча. 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 Рука к руке. Два, три, три, ча-ча-ча, 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 ча-ча-ча. Кикбол ченч. Два и три. Ча-ча-ча. Два и три. Ча-ча-ча. Кубинский брейк. Два и три. Четыре и раз. Два и три. Четыре и раз. Следующее, что мы с вами разберем, это работу стопы в танце чача-ча. Шаги практически все исполняются с носка на пятку, с носка на пятку. У нас есть чача-ча, шаги, которые исполняются на целый удар, а есть шаги, такие как 4 и, они исполняются в два раза быстрее, и вот они будут исполняться на подушку. То есть мы не ставим вес полностью на стопу, мы приставляем ногу только на подушку. Например, это ярко выражено в таком движении, как шоссе. Шоссе исполняется шаг в сторону с носка на пятку. Дальше, когда приставляется нога, мы ее ставим только на половинку стопы. И дальше происходит снова шаг на всю стопу. Также мы таким же образом будем с вами производить движение, когда будем танцевать а кубинский брейк, то есть мы полностью на стопу не будем наступать, мы будем танцевать на половинку, и на кикбол ченч также, и также у нас есть еще какое-то движение, это когда мы упираемся в бедром в сторону после Нью-Йорка. Итак, мы начинаем. Первое движение – time step. Итак, работа стопы. Носок, пятка, носок, пятка. Носок, пятка, носок, пятка. Дальше мы ножку приставляем на подушку.
И снова носок пятка. Следующее движение. Тоже ставим степ, повторяем. Носок пятка, носок пятка. Носок пятка. Подушка. Носок пятка. Основной ход. Мы движемся вперед с носка на всю стопу. Переносим вес тела назад с носка на всю стопу. Танцуем шоссе. Наступаем носок пятка. Следующее движение на подушку. Следующее движение носок пятка. Далее мы танцуем носок пятка. Носок пятка. Шоссе. Носок пятка. Подушка. Носок пятка. Движение Нью-Йорк. Мы исполняем. Также движется нога вперед, носок пятка. Переносим вес тела на подушку пятку. Упираемся в подушку. Здесь мы не ставим пяточку на пол. И следующее движение под поворот. Носок пятка, шоссе. Шаг, подушечка, шаг в сторону. Опять мы танцуем. Носок пятка. Упираемся в подушку. Под поворот, носок пятка, носок пятка, подушка, носок пятка. Рука к руке. Таким же образом исполняется. Мы шагаем на носок пятку, на носок пятку. Танцуем 30 сейчас. Шаг, подушка, вся стопа. Поворот, носок, подушка, вся стопа. Опять носок пятка, подушка, вся стопа. Не помещает в зал. Рука к руке назад, носок пятка, нос мы танцуем 3 чичича, носок пятка, подушка, носок пятка, носок пятка, подушка, носок пятка. Kick ball change. Мы делаем острое движение стопой, которая натянута, назад мы делаем шаг на подушку, пятка очень высоко, и впереди мы танцуем. Вдавливаем в пол носок пятку. Шоссе. Носок пятка, подушка, носок пятка. И таким же образом мы покажу боком. Мы танцуем кик, натягиваем носочек, упираемся назад в подушку. И передняя нога танцует, выдавливает в пол носочек и пятку. Дальше у нас бинский брейк. Мы танцуем в сторону, упираемся только на подушку. Здесь вся стопа, носок пятка. Впереди на подушку, носок пятка, впереди на подушку и вперед снова на подушку. Также покажу боком. Кросс-шаг мы делаем на подушку, пятка очень высоко от пола поднята. И снова шаг вперед, и это будет у нас очень высокая пятка, оторванная от пола. Таким образом, сейчас мы используем либо шаг с носка на пятки на всю стопу, либо шаги, которые исполняются только наполовину стопы. Таким образом мы помогаем себе танцевать. Быстрые шаги, они исполняются только наполовину стопы. Поехали дальше. А далее мы разберем работу корпуса. В танце сейчас у нас активно работает верхняя часть тела вместе взаимодействует с нижней частью тела. Правая лопатка опускается вниз, уходит на правый таз, и левая лопатка опускается вниз, давит она в нижний центр, и бедро уходит налево. Также более простая работа, это когда мы опускаем вниз лопатку, и таз движется в сторону. Направо, налево. Например, это будет шоссе. Просто вправо, влево. Это более простая, можно с этого, собственно, начинать. Разучивание танца сейчас, а более сложная работа, это когда мы уже начинаем вращаться на каждой ноге, через вперед, в сторону, назад, через вперед, в сторону, назад. Поэтому я вам буду рассказывать более сложный вариант и буду рассказывать про ногу. В счет, мы будем, например, наступать в счет раз на правую ногу, и та же сторона будет выводиться вперед. Левая, наступаем на левую ногу, левая сторона вперед. Правая нога, мы наступаем на нее, правая сторона вперед и так далее. Под стороной я подразумеваю ребро, тазовую косточку и колено. И вот это все, оно движется, вращается во время танца. Итак, мы начнем. Первое движение – таймстеп, и мы движемся вперед. Правая сторона, левая сторона. Правая сторона, шоссе, ча-ча-ча. Мы здесь также вращаем
корпусом, вращаем корпусом, движем левая сторона, правая сторона, левая сторона. Time step. Правая сторона, левая, правая, левая, правая. Нью-Йорк, основной ход. Мы движемся вперед левой стороной, правой стороной, левая, правая, левая, правая сторона, левая сторона, правая, левая, правая. Нью-Йорк. Вперед идет левая сторона. Шаг назад с правой стороной. Упираемся в сторону и мы направляем вперед правую сторону. Движемся опять под поворот. Левая сторона, правая сторона. Шоссе левая, правая, левая. А следующее движение Нью-Йорк. Мы вперед идем с левой стороны. Назад правая сторона. Упираемся в сторону, выводим левую сторону вперед. Под поворот. Правая сторона, левая сторона. Шоссе. Право, лево, право сторона. Левая сторона вперед, правая сторона вперед. Три ча-ча-ча. Левая, правая, левая. Поворот. Правая, левая, правая. Поворот. Левая, правая, левая. Поворот. Правая сторона, левая сторона. Три ча-ча-ча. Правая, лево, право. Поворот, лево, право, лево. Поворот, правая сторона, левая сторона, правая. Kickball change. Левая сторона, правая оставили. Шоссе левая, правая, левая. Kickball change. Правая сторона, левая сторона впереди. Правая сторона, левая, правая. Кубинский брейк. Правая сторона корпуса оставили, левая сторона корпуса оставили, правая сторона корпуса оставили, левая сторона корпуса оставили. Далее мы с вами поговорим про руки. Они в этом танце невероятно выразительные, они показывают настроение, характер. И, собственно, флирт, кокетство будет происходить за счет рук, мимики. И, возможно, даже где-то плечей. Первое движение, которое мы будем с вами танцевать, это будет тайм-степ. И мы делаем движение хлопок по бедрам, где очень страстно поднимаем наверх ручки. И на шоссе мы совсем поднимаем наверх. На счет раз мы открываем руки наверх, и они соскальзывают вниз по телу до момента завершения танцевание там шоссе. Значит, когда мы хлопаем руками по бедрам, мы поднимаем руки, начиная расширять область от подмышек, дальше локти, пальчики натянуты, мы натянутой ладошкой прокатываем, проглаживаем себя подушечками и средним пальцем по телу, подушечками и средними пальцами. Пальцы старайтесь не сильно растопыривать, их больше сужать, чтобы они были по ширине вашей ладошки. Мы поднимаем руки наверх, можно здесь также пройтись по шее. Дальше мы обязательно кисти наверху, ладошки мы опускаем в стороны, а пальчики направляем наверх. Когда руки опускаются вниз, мы сгибаем первым делом руки в локтях, они дальше проходят по затылку. Дальше мы гладим себя по шее. В районе грудной клетки мы поворачиваем пальчики вниз и опускаем их по телу. А дальше мы танцуем шоссе. И после этого мы открываем руку наверх через такую позицию. Представляем, что у нас здесь круглая сережка надета. И мы ее продеваем через руку, продеваем через эту сережку. На счет три назад танцуем шоссе. Руку поставим на пояс и указательный палец выдвигаем на счет 2. Переносим вес тела, танцуем шоссе. Дальше мы открываем руки. Правая наверх, левая вперед. Кубинский брейк. Мы ставим руки на талию. Локти обязательно направляем в сторону. И наблюдаем за тем, чтобы
угол запястья находился под углом подмышки. Далее мы делаем спот-поворот. Открывается правая рука, левая рука, левая рука, правая рука, шоссе, ча-ча. Раз. Здесь мы будем работать ручками. Левый локоть наверх, правый вниз, правый локоть наверх, левый вниз. И производится полное открытие руки. Далее мы танцуем. Левая рука наверх, правая вперед. Шаг назад. Упираемся бедром в сторону, ногой в сторону. И руки находятся на талии. Дальше мы делаем шаг на правую ногу. Открываем правую руку. Шаг на левую ногу. Открываем левую руку в сторону. И производим шоссе. Правый локоть наверх, левый локоть наверх, правый локоть наверх. В шоссе я стараюсь не использовать такое движение рук, оно достаточно хаотично, хотя не исключаю, что такое у меня бывает в танце. Предлагаю использовать, держа рамку, держа объем, и танцевать только часть руки, которая называется плечо. Следующее движение, которое мы будем танцевать, это раскрытие. Два. Правая рука вперед, левая наверх. Три. Дальше мы будем танцевать три ща. И руки мы будем поднимать по телу. Ча, ча, ча. Опять. Ча, ча, ча. Еще. Ча, ча, ча. Раскрытие. И левая рука вперед, правая. Правая наверх, левая вперед. Три. Дальше мы опускаем. Сверху начинаем двигаться ручки на три ща. Опускаем ручки вниз и плавно скатываем по телу. Дальше kickball change. Два, локоть в сторону, левый, правую сторону, три, шоссе. Ча, ча, ча. Далее мы танцуем правый локоть в сторону, левый локоть в сторону. И снова ча, ча, ча. Ручки можно полностью не открывать, можно и открывать. Дальше мы танцуем движение. Можно пройтись по бедру, рукой в противоположной ноге. Можно выдвинуть просто руку вперед, противоположную. И еще раз. И еще раз. И заключительная часть – это эмоции. И это история, которую рассказывает танцор, когда исполняет танец чужича. Я буду использовать здесь такую метафору «Я люблю себя». И буду это всячески показывать. То есть у меня есть два объекта любви. Это я, где я показываю любовь к себе, выражаю это через руки. И вы. Я вас люблю, и я буду тоже с вами танцевать и взаимодействовать. Также я использую форму, где я буду поднимать руку наверх. И это такое проявление себя, проявление я. Это тоже одна из частей важных танцев свеча, потому что без я-проявления во флирте, достаточно сложно. Потому что флирт – это все-таки сексуальная энергия, и это проявление своего я. Поэтому на первом движении я исполняю его, гладя себя по бедрам и любуюсь, поднимая ручки наверх. Здесь я уже проявляюсь и опускаю руки вниз, я тоже любуюсь собой, показываю волнистые части своего тела. Дальше. Рука наверх. Я гордо проявляюсь наверх. Три. Дальше мы танцуем шоссе. И здесь у меня такое движение, при котором я говорю: «Ха-ха! Попались или попался. Теперь ты на моем крючке». Дальше. В движении Нью-Йорк. Это проявление «Я». Активная позиция. Здесь я добавляю флирт. Я направляю свое внимание на работу таза и могу глазами подчеркнуть работу таза. Подчеркивается таким образом. Я опускаю глаза вниз. Я не направляю голову вниз, а только глаза. Спот-поворот, пожалуй, я оставлю нейтральным. Или это такое красование собой. Это такое неостановочное действие, а это такое немного движение презентация, что я вся кручусь, верчусь, и все никак не попадаюсь
на крючок. В следующем движении я также нёрк, все то же самое, проявление я, акцент на бедро и вращение, не попадаюсь на крючок. Дальше проявление я, далее я опять подключаю кокетство, флирт, и руки у меня плавно поднимаются наверх. Опять движение я, проявление, и ручки скатываются вниз по округлостям тела. После этого идет движение ча-ча-ча. Это может быть просто радость, я просто радуюсь этому движению. И вновь включаю флирт, кокетство, самолюбование и игру. Игру можно также включать со зрителем. Как включается игра со зрителем? Конечно, это глаза. Глаза направляются вниз. Обращаю внимание, что не лицо опускается, а только глаза. То есть если вы увидите внизу, вы увидите щеки. То есть если, например, я направляю внимание на как бы плечо, я плеча по большому счету не вижу, я вижу свои щечки. Щечки. А теперь если я играю со зрителем, то я смотрю на зрителя. Фиксирую внимание, влеку, тяну внимание глазами и снова направляю свое внимание на плечо. И снова направляю свое внимание на зрителя и снова на плечо. Не хотите играть с зрителем, а можно делать просто движение, самолюбование плечом. Тут тоже я оставляю это на ваш внутренний позыв. И можно делать так, можно делать так. Нету каких-либо канонов. Есть общая идея танца, в которую хорошо вмещать вмещать некие элементы, характерные для этого танца. Я надеюсь, что вам понравилось это. И по эмоциям это, пожалуй, все. На сегодня это все. Напишите, пожалуйста, оказалось ли это видео полезным. Что именно оказалось полезным и что вы хотите дальше видеть. Видео – это dance fitness, это техника, это композиция, это лайфстайл, может быть, это что-то еще. И мы встречаемся с вами уже скоро в новых видео. Пока!